Беларусь выходит из-под влияния холодных атмосферных фронтов. Уже в среду ожидается потепление. В светлое время суток столбик термометра покажет плюс 13. Ночью от 1 до 7 тепла. Также сгустится туман. Утром и днем во многих районах пройдут дожди. Температура воды в реках и водоемах страны сильно снизилась. Голубые артерии прогреваются всего до 5-10 градусов тепла. Колеблется и уровень воды. Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Днепре, Соже, Немане и Березине. Землетрясение магнитудой 7,5 баллов произошло у берегов Аляски. Эпицентр подземных толчков располагался всего в 91 километре к юго-востоку от города Сандпойнт. Жители ряда районов призвали перебраться на возвышенности. Некоторые школы на полуострове были эвакуированы. Сообщений о повреждениях не поступало. Число жертв наводнений и оползней во Вьетнаме возросло до 102. Еще 26 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Сильные ливни в стране не прекращаются с начала октября. Паводковыми водами затоплены 166 тысяч домохозяйств. Из пострадавших районов эвакуировали более 90 тысяч человек. Завтра в Бобруйске будет преимущественно облачная погода. Осадки не прогнозируются. Днем воздух прогреется до 10 тепла. Ночью термометр остановится на отметке в плюс 5. Ветер южный до 6 метров в секунду. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Бобруйск 360.